Я только из Западной Вирджинии, девушки. Там так здорово. Кто-нибудь видел Рэнди? Невеста была в шоке, не ждала нас. И вот я пришел к ней на работу. Ее чуть инфаркт не хватил. Круто. Простите, что перебиваю. Я тебя видел. Скорее, ты не понимаешь. Что? Ко мне сейчас придет Тереза Капуто, медиум с Лонг-Айленда. Так. Тереза — настоящий медиум, я ее обожаю. Я медиум, общаюсь с душами умерших. Я едва успела сюда подойти и сразу почувствовала тяжесть в голове. Она чудесная, такая веселушка. Еще с духами говорит. Это прекрасно. Она мне тоже нравится. Боже, я прям дрожу. Знаю, тебе надо успокоиться. Боже мой. Все говорят про Клайнфилд. Здесь так круто. Не знаю, с чего начать. Мне кажется, что здесь я точно найду себе платье. А духи ничего вам не подсказывали, или вы о таком не спрашиваете? Я не знаю, это же мама с ними общается. Надо спросить у нее. Удачи, Виктория. А с чего вообще начать? Я здесь не в роли медиума. Сегодня я просто мама Виктории Капуто. Я мама невесты. Примерь вот это. Нравится? Нет? Нет, это я не буду. А мне нравится. Тереза? Как дела? Привет, как ты? Рад встрече. Ты прекрасен, как всегда. Как и ты. Рэнди, а ведь ты одним из первых поздравил Викторию с помолвкой. Я опубликовала пост, и ты первый написал. Ты обещал помочь и сразу позвонил Виктории. И вот мы пришли, чтобы ты нам помог. Мы сами не справимся, поэтому помогай. Да-да. Я так рада. Можно мне вмешаться? Наш консультант. Меня зовут Лиза. Я знаю вас. Кто не смотрит «Оденься к свадьбе»? Я обожаю эти программы. Я ваша большая поклонница. О, боже, я так вас люблю. У меня сейчас сердце выпрыгнет. Можно вас обнять? Конечно. Для нас честь работать с вами и вашей дочерью. Как же я рада. Дамы, не забывайте, кто у нас невеста. Виктория выходит замуж. Сегодня со мной пришли мама Тереза, бабушка Руни, будущая свекровь Мэрилин, будущие заловки Мелисса и Лия. Сегодня все внимание Виктории. Мне трудно сдержаться, но я общалась с духами, мне сказали вести себя скромно. Сегодня главная Виктория. Она наша звездочка. Как зовут вашего жениха? Майкл. Они с отцом владеют пиццерией. Я с 7 лет туда хожу с семьей. Пару лет назад я туда вошла и увидела его. А через пару дней мы начали болтать, переписываться. Вот как-то так все и закрутилось. Я, конечно, не объективна, но сицилийская пицца в их заведении — это что-то с чем-то. Как хотите выглядеть в день свадьбы? Как выглядеть или что я хочу надеть? Ну и то, это ведь целый образ. Я хочу, чтобы у всех глаза округлились от восторга. Свадьба же бывает один раз в жизни. Все должно быть пышно и идеально. Платье должно быть сногсшибательным, но не слишком эффектным. Так бывает, я просто не знаю. Я люблю стразы, но не так сильно, как мама. У нас с мамой совершенно разные стили. Она любит, чтобы стразами было усыпано все, а мне хватит небольшой горсточки кое-где. Подскажу вам кое-что, облегчу жизнь. Так. Посмотрите на меня и выберите противоположное. А вот именно. Какой фасон вам нравится? Не облегающий. Не по фигуре? Свободная, с широкой юбкой, может быть, с рукавами. Какой бюджет? Я назвала сумму, но... Так, погодите, про бюджет. Дайте мне для начала присесть. А ты еще не знаешь? Да я ничего не знаю о деньгах. Дайте я присяду. Так, все, можешь говорить. Какой бюджет, Виктория? Я сказала, не больше 8. Нормально? Не больше 8? Неплохо. Ну ладно, хорошо. Спокойно. Это рационально. Я старалась держаться.
Вот видите, полная противоположность. Я думала, она скажет «неограниченный». Мама хотела стать подружкой невесты. Она хотела. Я думала, что буду старшей подружкой невесты. У тебя всего один вариант. Ты мать невесты. Это очень серьезно. Важнее, чем старшая подружка невесты. Да? Конечно. Приглашаю вас в примерочную. Иду. А вы, милые дамы, присаживайтесь на диван и ждите нас. Пойдем выбирать. Удачи. Я хорошая мать невесты. Я ничего не делаю, ничего не говорю. Давайте поищем на всякий случай. Нормально в целом. Да, я хорошая. Она постоянно высказывает свое мнение. Я просто даю советы. Советы, да. Прошу, присаживайтесь. Мама, что-то разошлась. Ее даже отсюда слышно. Так я и думал. Ее слом Кайленда слышно. Да. Давайте это. Мы с Мэриэн выбрали платье не такое, как твое. Вы с Мэриэн? Да. Красивое. Да, очень. Идеальное. Идеальное. Знаете, на платье иногда нашивают цветы или что-то такое. Бывают, хотите слои? Аппликации, может быть, вышитые. Да, хочу такое. Виктория? Меня зовет. Я так и знал. Привет, красавица. Это мои слова. О, боже. Я ожидала это от мамы. Ее не изменить. Но ее выбор — это совсем не мое. Мне не нравится. Так, слушай, это не я выбирала. Это бабушка и Мэриэн. Хороший выбор. А это что такое? Вот это? Да в него даже моя нога не влезет. Точно нет. Я унесу это. Да я сама могу унести. Да, можем взять тебя на работу в салон. Буду рада работать за еду. Мы пойдем и поищем платья, пока они не принесли другие. Хорошо? Да. Пышные платья. Не надо. Пышные нет? Я не хотела этого делать. Боже мой, я не хотела вмешиваться, меня заставили. Это ложь. Виктория, мы подобрали прекрасное платье. Стиль Виктории кардинально отличается от стиля Терезы. Она отклонила все, что выбрала мама. Терезе нужно доверить нам выбор платьев, а самой заниматься духами. Примерим это. Ладно. Хочу поскорее показать платье. Ты можешь отключаться от духов? Я стараюсь, как могу. Я сказала своим духам, если для кого-нибудь будет сообщение, я его, конечно, передам. Но, пожалуйста, постарайтесь не испортить день Виктории. И если я что-то услышу, то я не буду об этом говорить. Но меня как будто толкают. Пытаются войти, а ты не пускаешь? Иногда мне удается их приструнить, но лучше бы... Виктории, поторопиться с платьем. Очень красиво, как вам? Нравится? Хорошо. Ей нравится? Ей нравится платье? Вы там подслушиваете? Нет, я просто все слышу. Что происходит? Да ничего. Что такое? Я постоянно вижу часы на браслете. Я не знаю, мне показывают часы или браслет. Это значит, что кто-то носил украшение покойного близкого. Думаешь, это Лиза? Не знаю, может, совпадение. Тереза, вы меня пугаете. Ну, не знаю. Она меня пугает. На вас украшение покойного близкого? Боже, мне не по себе. Я вижу то ли браслет, то ли часы. Я услышала через стену, как Тереза спросила, кто носит украшение покойного близкого. Я ей не ответила, но, возможно, это про меня. Я ничего не скажу, но мне стало очень страшно. Я вся дрожу. Мне не по себе. Она-то к этому привыкла, а я нет. Ведь ваша мама устраивает сеансы в кофейнях, в пиццериях, да? Я дышать не могу, когда она подходит. Но я дала себе слово не устраивать сеансов. Думаешь, это про Лизу? Я пока не знаю. Так, не подглядывать. Нельзя. Нельзя? Ладно. Может, это оно? Не знаю. Я вижу стразы. Подождите. Все, теперь можно. О, боже.
Мне нравится. Прекрасно. Восхитительно. Ну как вам? Мне очень нравится. И тюль, и рукава. Все такое классное. Она такая сдержанная. Да. Но я чувствую, что ей нравится. Ей очень нравится. Да, платье чудесное. Мне в этом платье нравится абсолютно все. Надеюсь, родные полюбят его так же, как и я. Очень красиво. Мне так нравятся рукава. Все, как ты хотела. Все, что ты хотела, есть в этом платье. Да. И каково это видеть дочь в свадебном платье? Увидев ее со спины, я прослезилась. Боже, ведь это свадебное платье. Моя малышка выходит замуж. Мне нравится. Не плачьте, а то я тоже расплачусь. Поздно, Виктория, мы уже рыдаем. Мне нравится тюль. Вокруг выреза. И рукава нравятся, они прекрасные. Мне все нравится. Мне нравится, правда. Каково это видеть внучку в свадебном платье? Расскажите. Она всегда прекрасна, но в этом платье особенно. Думаю, надо примерить что-нибудь еще. Ладно. А потом вернуться к этому платью. Согласна, да. Нам всем оно понравилось. Но она не заплакала, сдержалась, чтобы не привязываться к платью сразу, да? Рановато, точно. Молодец, мама. Я права? Да. Я не могу сразу решиться на это платье. Нужно примерить что-нибудь еще, кроме этого. Это в ее духе. Я была права насчет платья, а насчет украшения покойного близкого. Кольцо, кулон, браслет. Я права? Я вижу материнскую энергию. Это или мама, или бабушка, верно? Бабушка. Вы жалеете, что не смогли сказать ей все перед уходом? Когда дух показывает, что кто-то держится за руки и шепчет на ухо, это значит, что все было сказано. Дух подтверждает, что вы все еще чувствуете тяжелый груз недосказанности, думаете, что не смогли попрощаться. Правильно? Бабушка была мне очень дорога. Она была второй мамой. Она особенная. Вот что я ношу. Обручальное кольцо. А еще всегда браслет. Да, постоянно. А еще у вас сохранилось много бабушкиных вещей, которые ничего не стоят. Она показывает мне одеяло, картины, еще что-то. Да, много всего. Она благодарит вас за то, что вы храните эти вещи как память, потому что для нее это очень важно. И для меня. Отлично. Знаете, что она видит, как вы храните память о ней, и благодарит вас за это. Большое спасибо. Пожалуйста. Удивительно. Это просто потрясающе. Как Тереза узнала, что я ношу бабушкино украшение? Я так сильно ее любила, и я очень рада, что с нами сегодня пообщался ее дух. Идите к Виктории. Спасибо. Пожалуйста.